Всем привет! Сегодня рассмотрим плойку Moser Stallone Style с артикулом 44-63-00-50. Плойка упакована вот в такой коробочке. Давайте мы вот откроем. В коробке лежит такой термостойкий коврик, а также сумочка в комплекте идет. Вот и сама плойка в пупырышках. В комплекте идет сопроводительная документация. Обязательно прочитайте на русском языке, есть инструкция. И сама плойка выглядит вот таким образом. Утюжок Moser регулируется температура от 130 до 230 градусов. Чтобы достичь до нужной температуры, надо подождать всего лишь 20-30 секунд. Шнур составляет до 3 метров и разворачивается петелька на 360 градусов. Есть функция автоматического отключения через 30 секунд. Вес плойки составляет 220 грамм. Ширина пластин составляет 25 мм, длина составляет 100 мм. В чем особенность этой плойки? Это тройная защита. Керамика, турмалин и наносеребро. Первое. Керамика позволяет равномерно распределять температуру. Второе. Турмалин является источником отрицательных ионов. Ионы сохраняют внутреннюю влагу, имеющую в волосах, и снимают статику с волос. Третье. Наносеребро имеет антибактериальный эффект, который защищает от грибков и бактерий. Так что, если у кого-то какие-то вопросы будут дополнительные, ставим комментарий под видео, переходим по ссылке внизу указанной в контакт. Всем спасибо, всем удачи!